Президент Шавкат Мирзиёев подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных в Узбекистане. Исходя из документа, интернет-ресурсы привлекут к ответственности за нарушение подписаний о хранении данных пользователей на территории страны. После вступления изменений в силу по истечении 3 месяцев, то есть 30 января 2022 года, популярные социальные сети TikTok, Twitter, ВКонтакте и другие, которым сейчас ограничен доступ, могут привлечь к административной и уголовной ответственности. Согласно нововведениям, по данному правонарушению предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 150 базовых расчетных величин или лишение определенного права до 3 лет, либо исправительными работами до 2 лет. Напомним, ранее Узкомнадзорат ограничил доступ к соцсетям TikTok, Twitter, ВКонтакте, WeChat и мессенджеру Skype из-за хранения и обработки персональных данных узбекистанцев за пределами Узбекистана.